Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Каждый сезон выращиваю замечательное растение кукурузу. Она очень вкусна в запеченном виде. В этом сезоне решил использовать два надежных проверенных сорта. Это «Тройная сладость» и «Царевица». Использую в основном для посева кукурузы свои семена. И вот 16 мая кукуруза была посеяна. В ту пору как раз погода была не очень хорошая. Кроме того, семян у меня много, их всегда в достатке. И вот мне показалось, что семена выглядят, может быть, не очень презентабельно. И решил на всякий случай, как я частенько подстраховываюсь, сделать максимально загущенный посев кукурузы. Что и было сделано. Сеял сухими зернышками, вот на эти грядки. И вот кукуруза сначала не торопилась всходить, но потом она начала всходить, да еще как. То есть практически схожесть оказалась близкой к 100%. Вот видно, как расположены росточки кукурузы. То есть они практически, ну, как сеял, так и взошли. И это при том, что никакой мульчи не использовал, только периодически смачивал поверхность в тех местах, где кукуруза собиралась всходить, и все. И вот кукуруза проклюнулась, и в первый день лета она выглядит следующим образом. То есть схожесть оказалась очень хорошая. Вот это сорт «Тройная сладость». Она расположена в два рядка на грядочке. Будет служить кулисой огурцам, дынькам и выглядит вполне достойно. Ну, конечно, кукурузу придется прореживать, можно часть рассадить. Ну, загущенный посев, конечно, приводит к тому, что жалко, может быть, удалять вот такие вот хорошие крепенькие ростки. Но тут уж делать нечего. Буду оставлять сильнейшие, а остальные или убирать, или отсаживать. Но зато это очень хорошая подстраховка, поскольку не всегда так хорошо всходит кукуруза. Погода, видимо, очень хорошо себя показала в этом случае. Сначала было прохладно, потом жара вовремя пришла, и кукуруза взошла, ну, я считаю, отлично. Вот второй рядочек кукурузы. Это тоже сорт «Тройная сладость». Вдоль огурцов вот как раз две такие грядочки кукурузы. И видно, что здесь вот схожесть оказалась чуть-чуть похуже, чем на первой грядке. Но ростков достаточное количество, они крепкие. И в принципе с кукурузой здесь тоже очень хорошо. Сейчас только поливай. И кукуруза, я думаю, себя покажет с лучшей стороны. А вот сорт кукурузы «Царевица», тоже из своих семян, который посеян вдоль забора. Здесь ситуация примерно такая же. Схожесть, ну, может, чуть похуже, чем у «Тройной сладости», но достаточно хорошая. Во всяком случае, отобрать самые сильные ростки никакого труда не составит. Вот за что я люблю загущенные посевы. Есть всегда большой выбор в таких вещах. И серьезная подстраховка от плохой всхожести. Ну а семян кукурузы у меня очень много. Заготавливаю их всегда с запасом. Тут никаких проблем нет. Вот царевица взошла тоже очень хорошо. Еще вот на этой грядочке кукурузы видно стоит метка. Она отделяет небольшой участочек, вот он, где кукуруза посеяна из магазинных семян. Это тоже сорт «Тройная сладость», но семена, повторюсь, магазинные. Периодически это на всякий случай делаю, чтобы в случае, если сортность начнет теряться, можно будет ее восстановить. И вот в этот раз взял сорт «Тройная сладость», посеял. И магазинные семена, в принципе, взошли тоже очень хорошо. Росточки ничем не отличаются от тех, которые посеяны своими семенами. То есть и здесь никаких проблем. Ну, просто пока с кукурузой все обстоит подозрительно хорошо. Надеюсь, и дальше
тоже будет не хуже. Итог можно подвести следующий. Кукуруза была посеяна сухими семенами прямо в открытый грунт, безо всяких изысков, 16 мая. И вот через 2 недели всходы оказались очень хорошие, очень уверенные, очень быстро кукуруза вытянулась. Можно ее уже прореживать. Так что кукурузой пока я доволен. В конце пожелаю всем огородникам выращивать это замечательное растение кукурузу. Получайте хорошие урожаи, очень вкусных початков. Кушайте их с удовольствием. Всем всего самого доброго. До свидания.